Дорогие друзья, я все-таки решила завести новую страницу в Инстаграме, потому что старую мне вернуть так и не удалось. Я просто хочу показать, чтобы не было недоразумений. Вот это моя настоящая новая страничка. Мы сейчас с моей дочкой Пелагеей ее завели, пока ехали в автобусе. В ближайшие минуты выложим сюда первую фотку. Присоединяйтесь, давайте дружить обратно. И сейчас вам всем привет с побережья Анталии. У нас сегодня полнолуние. Так что мы должны быстро начать все вместе обратно дружить.